Житель Левашинского района Джалалудин Исламов в свои 52 года установил рекорд. Без остановки мужчина бежал от Хасавюрта до Махачкалы 9 часов. Останавливаться хоть на секунду не в правилах Джалалудина Исламова. После отжимания обязательная разминка и пробежка по стадионам. Утром и вечером он занимается спортом. Пробежать больше 100 кругов без остановки для него сущий пустяк. Они говорят, мы чемпионы мира. Боксом этим больше 20-25, самый больше 30 дел. А я ему сказал, я говорю, 100 делаю. Не может быть. Я говорю, если не может, приходите, считайте. Пришли, считали, я делал 135, 140, 150 кругов. Джалалудин совсем недавно установил рекорд. Пока единственный на Северном Кавказе. Марафонец пробежал 90 километров от Хасавюрта до Махачкалы. Бегун не останавливался ни на секунду. И это несмотря на то, что ему уже 52 года.